Здравствуйте, уважаемые телезрители! Это программа «Мужская компания» и я ее ведущий Гуров Вячеслав. Сегодня мы приехали на водоем, который славится карасем. Причем ловля карася здесь происходит в основном ночью. Как-то год назад, прошлой зимой, мы здесь уже ловили. Кто желает, тот может вот здесь вот по ссылочке посмотреть нашу прошлую программу на этом же водоеме. И сейчас мы решили использовать ту возможность, чтобы перед холодами также съездить на этот водоем и половить ночью карася. Палаток много на водоеме, ночников много, потому что сегодня пятница. Вот. Какой клев, неизвестно, но все бегают, шумят, что-то делают, там обустраиваются и так далее. Мы тоже пришли уже затемно. И сейчас я буду обустраивать удочки, потому что они целое лето лежали. Узлы состарились, леска тоже, надо старые куски оторвать, новые намотать, мормышки все заново перевязать. Ловить мы будем, как и в прошлом году, на светящиеся мормышки. Удочки сделаем две, потому что ночью карась, может быть, не так активно клюет. Но если будет сильно активно клевать, мы одну удочку уберем, но приготовим две. Одна удочка у нас будет с крючком, поставим сверху крючок. Да, собственно говоря, давайте я уже, наверное, буду готовить снасти, потому что чего так разговаривать, надо уже рыбу ловить. Все, давайте я займусь подготовкой снастей. Вот такой тоненькой лесочкой сделаем одну мормышку, светящуюся, без всяких крючков. Самым простым узелком, которым, кстати, мастер-класс по привязыванию мормышек и крючков, вы можете... Ого, это кара, ой, напугался. На крючок. На этот раз карась клюнул на крючок. Ну, странно. Мы вторую удочку только готовили, а у нас на первой уже карась начал клевать. Хороший такой, толстенький карасик. И мы его отправляем туда, в мешок. Опс. Начало положено. Это радует. Первую удочку мы смастерили. У нас все просто. Это крючок с поводком 12 сантиметров 15. Мормышка светящаяся с пучком. Надо сейчас, кстати, перенасадить. С пучком мотыля. Вот, а на крючке у нас бутерброд. Мотыль и опарыш. На этой удочке мы ее уже обновили. Где там она? Ну, кстати, мы затемняем обязательно лунки. Ну, вот так вот мы почему-то считаем, что лучше затемнять. То есть здесь готово. А вторая удочка где тут у нас? А тут... Да, точно, мы тут забыли просто откусить. Не эстетично, но зато надежно. Все. И сейчас мы здесь тоже насаживаем. Вот так вот тоже затемняем. Тем более тут у нас еще и камера светит. Как-то. Все. А, нет, не все. Мы еще чуть попозже. Сейчас посмотрим, как без прикормки будет клевать. Если не будет, то мы попозже еще сделаем прикормку. Так что можете вот тут по ссылочке посмотреть мастер-класс о том, как мы будем прикармливать сегодня. Но я думаю, что будем. Сейчас немножко передохнем после обустройства. Тут еще кое-какие манипуляции совершим. Но удочки уже готовы. Они настроены. Мы даже успели поймать еще.
пару карасиков. Мелких, правда, но успели. Все, теперь нашу удобную мормышницу Салма мы убираем, закрываем, убираем. Какой карась у нас идет. О, там какой красавец. Иди сюда. Прелесть, а не красавица. Прикорм. Сработал прикорм. Давайте его тоже туда же. Руки моем. Лунку прикроем и сейчас перенасадим. Мы что-то вот как-то после прикорма, прошло минут 15, и у нас тут началось в деревне утро, если так. Клёв стал активнее. А, кстати, а соседи так активно себя ведут в последнее время, видимо, у них не клюет. Много всяких криков, шума, гамма. Не ловится, видимо. У тех, у кого ловится, те не кричат. Все, готово. Быстро так все сделаем. Рысь, рыбка большая и маленькая. Продолжаем. Нет, смотрите, что. Только мы отвлекемся, он сразу раз, раз, опс. И мы на второй уточке. На лесочку тонул один. Ой, каждое движение его головой. Ого. Ой. 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 Давай, давай. О. Как он забился-то, а? Красавец! На лесочку-то 0-1. Прям приятно, приятно. Тихо, тихо, не надо биться. Снасть освободим, а то сейчас леску порвем. Очень тонкая леска. Прям, о, как хорошо взялся. О, хорошо, красавец. Испугался света, видите, как он испугался света. Давайте, знаете, что сделаю? Я сейчас лунку сразу затемню. Вот. И возьму этого карася. Вы не представляете, как приятно. Сейчас толстый, большой. Вот он. Зимний карась. Красавец. Он. Не я. Я только ловлю рыбу. Фосфорная мормышка, затемнение лунок и правильное поведение рыболовов. Все. А теперь будем мыть руки. Он тут нам немножко напортил всего. Приятно. Я говорю тихо. И всю программу буду говорить тихо, потому что вокруг нас очень много палаток. Вы не представляете, целый зимний городок. И с самого вечера, когда стемнело, ну мы правда уже пришли, было темно, и этот городок весь начал гулять. Слышно, кто-то джин. Кто-то вау, не клюет и так далее и тому подобное. Но потом как-то стало тихо, видимо, начал клевать карась у всех практически. И все так мирно затихли, и мы тоже. Только собрались попить чайку, и у нас бац, и поклевка. И хороший карась на светящуюся мормышку. Раз и клюнул. Будем ждать следующей поклевки. Вечер только начался. Даже еще ночь-то не началась, еще только вечер.
О, мы же чай не пили. Давайте пить чай. Клюет, клюет, клюет. Смотрите, клюет. Опс, есть. Есть, 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 есть. Карась подошел. Иди сюда. Как бегает, красавец. Все, да, успокоился. Вот такой ладошечный карась сегодня у нас клюет длиной 153 миллиметра. Точно в лунку. Приятненько половить такого карася. На сковородку. Прям вот как семечки будет. У нас уже пол мешка. Пока мы тут, можно сказать, только-только разловились, у нас уже пол мешка. Так скажем, рыбалка сегодня удалась. Просто очень хорошо, замечательно. Мы даже на ночь сегодня не будем оставаться. Зачем? У нас пол мешка уже, пол сумки есть карася. Вкусного ладошечного карася. Сейчас даже у нас там есть монстр. Сейчас достану, покажу. Сейчас вот насажу. По последнему разу мы сейчас позакидываем. Время часов 11, наверное. Мы спокойно можем сейчас собраться и поехать домой. Потому что сегодняшнюю цель — ловля ночного карася — у нас выполнена. Вот она. Ну, наверное, мы не сразу поедем домой, потому что карась-то клюет. Я думаю, что у нас и оператор не откажется от такого карася на сковородке. Да, товарищ оператор? Не откажется. Не откажется. Вот. Прикорм работает. Прикорм работает, все хорошо. Как видите, я тут как на пианино. Насти хорошо работают. Светящаяся мормышка, затемнение лунок. Вот. Будем подводить итоги сегодняшней рыбалки. Конечно, мы сейчас еще, может быть, чуть-чуть половим. А перестанет клевать. И домой будем собираться. Я обещал вам показать хорошего карася. На сегодня это самый такой. Вот он. Вот он. И на этой хорошей ноте мы будем заканчивать нашу программу. Рыбалка нам сегодня удалась, но мы сегодня доказали, что даже при смене погоды хороший карась неплохо клюет. Если у вас правильно сделанные снасти. Это была программа «Мужская компания». С вами был Егоров Вячеслав. Мы с вами ловили ночного карася на мормышку. Подписывайтесь на наш канал. Кстати, очень даже хорошо, когда вы пишете комментарии, задаете какие-то вопросы, и у нас это превращается как бы... Ой, промазал. Клюет. И это превращается как бы в форум. Это тоже неплохо, поэтому не стесняйтесь, задавайте вопросы, пишите. Все, что знаем, ответим. Чего не знаем, найдем, разыщем. Встретимся на рыбалке. До свидания. Пока.